Всем привет! Сегодня в обзоре продажи свежий автомобиль Citroen C4. Только приехал. Фотографии ранее были в группе Viber. Внизу в описании будет ссылка. Будут подробные описания данного автомобиля. Автомобиль конец 2017 года. Растаможен. Приехал на сертификацию, но уже поздно. Итак, цена автомобиля 12 900, автоматическая коробка передач в оригинальном окрасе. Автомобиль, есть мелкие царапинки на бампере, но это стандартная ситуация. Вот. Японская коробка. Автомат Айсин, 140 тысяч пробега, сейчас покажу ближе. Еще не забрали передачи с Польши. Так, резина новая, лето, 10-я неделя 2021 года. Вот такой Citroen C4. Помою, покажу еще, если не заберут до этого времени. Парковка 360. Вот такой вот автомобиль. Цена автомобиля 12 900. Так, мертвые зоны, вижу, есть в зеркалах. Вот значок мертвых зон. Большой плюс вот в зеркале. Также пробег автомобиля сейчас покажет. 142 тысячи. Есть сервисные документы, датчик света, дождя. Комфортные сиденья. Есть с аукциона. В одном есть, в другом нету. Что в оригинальном окрасе. Пробег 142 тысячи. ВИН-код. Номер телефона выложу в описании. Заходите в группу Viber, там выложу фотографии. Вот первая эксплуатация 8.03.2018 года. По стеклам 17. Выложу фотографии, чтобы не тратить время на сервиса. Есть еще какие-то документы. Вот такой вот красавец. Двузонный климат-контроль. Навигация. Сейчас посмотрим. Ищет автомобиль. Полно систем, очень чистый. По рулю обычно страдают кнопки, тут все нормально. Вот спорт режим, зимний режим, даже не понадобилось никому. Переключаю, нету, автомобиль не дергается. Коробка автомата Айсин японская, одна из самых надежных, насколько вы знаете. Датчик света, дождя, вот автоматическое включение фар ориентировано. Лобовое родное. Так, сейчас открою. Дистроник, мертвые зоны, то есть
1.6 дизель, 120 лошадиных сил. Есть Истрон, мертвые зоны, извините. Вот такой вот автомобиль, понравился, пишите, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч!